Всем добрый вечер зрителям канала Turkish People. У нас темнеет, мы после моря. Знаете, куда любим заезжать? Вот, магазин называется Child's Toy. Почему я вот из нашего Кипеза езжу в этот магазин, я сейчас вам расскажу и покажу. В нем продаются такие продукты, которых у нас там нет. А здесь это хороший магазин, честно рекомендую. Находится он в Лимане. Сейчас даже вокруг покажу, чтобы вас сориентировать. Кто здесь живет, уж точно его знает. Здесь находится базар, крытый в Лимане, базар по вторникам. И напротив него магазин Child's Toy. Магазин продуктовый, чего только там нет. Child's Toy у нас магазинов, насколько я знаю, 4. Я просто видела, еще один есть в Алтынкум, здесь дальше, в Кунялты. Есть Мурат Паша и есть в Ларе. Ну, овощи, фрукты продаются всегда, потому что базар же только по вторникам. Ценники на них все указаны. Ну, на базаре, естественно, еще подешевле. Вот здесь вот килограмм черри хотят 137 лир. Нет, уж лучше мы на базар сходим, правда же? Но там это другого сорта, такие там не продаются. Морковка обычно 13,95, и кабачки тут есть. Вон зеленый перец 32 лиры стоит. Так, взял тележку. Да. Виноград 60, 90. Клубника по 77. Ну, вы знаете, я на базаре клубнику за 30 не покупала и говорила, ой, она такая не очень. Поэтому про овощи я ничего больше говорить не буду. Мы на самом деле приходим сюда за другим. Здесь хороший выбор сыров. И продаются и пельмени, и еще какие-то такие вот продукты, которые мы любим. Ой, как интересно, приходишь в магазин продуктовый, а тебе выставляют текилу. Текила стоит 500 лир. Вот. И 460. Да, алкоголь у нас продается не в каждом магазине. А здесь вот, видите, показывает цены, называть не буду продукты. Ходите с... шоколадный ликер 420. Я туда с детьми пришла, поэтому я это обсуждать долго не буду. Там только показываю. Вот я, о чем я говорю, что здесь вот сыры есть. И сыры, они их производство. У них вот есть Child's Toy, вот они. Я не скажу, что я здесь все попробовала, поэтому про многие не раз не буду знать, что там. Вот Измир Тулун Пинир. Я просто знаю, что Тулун Пинир вот не очень люблю я из-за его специфического вкуса, но попробовать, если хоть раз в жизни хотите, то можно. Вот 220 лир за килограмм, вот этот кусочек 53 лиры стоит в вакуумной упаковке. Есть и стандартные, которые себе классический белый сыр, вот Экиджи, это очень вкусная, хорошая фирма. Похоже, он на брынзу, белый сыр, вот они когда вот в таком вот виде выглядят. Взвешено, цена все есть, и за килограмм есть, и даже расписано, с чего он сделан, состав. Инек — это у нас корова, значит, это коровий жир будет, молоко. А есть у нас еще, сейчас найду, подождите, вот, кечи. Кечи — это у нас козий. Это вот козий сыр будет как раз, вот он. Сыр, который я пробовала, вот этот, с большими дырочками. Ну, конечно. Стоит он 400 лир за килограмм. Вот. Карс Пинер. Ну, интересный вкус. Вот здесь даже не знаю, с чем его сравнить, но вот... А вот это у нас. Видите, большими кусками нарезано, очень удобно. Вот. Это вот 275 лир. Вот какой из них мне понравился больше? Мне, честно, вот этот понравился. Хотя в нем в том дырочек больше, казалось бы. Ну, не знаю. Это тоже на любитель. Вот есть сыр с грецким орехом. Я говорю, вот в этом магазине вот разнообразные есть. А вот это вот так, сыр с грецким орехом. Сейчас я его поймаю. Вот он. 369 лир за килограмм. Вот этот кусочек 95 лир будет стоить. 370 лир за килограмм. Есть у них каймак своего производства. Вот он. Каймак хороший на завтрак. 42 лиры за 150 грамм. Вот там. Сколько он сыр набрали. Это значит хороший сыр. Смотрите, сколько они его взяли.
Давайте мы на него тоже посмотрим, да? Чем он таким понравился. А это лор пеннер. Вот, это он очень похож на творог, и этот не соленый будет сильно. Видите? 70 лир за килограмм, вот этот кусочек 22,50 стоит. Лор пеннер, это вот как творог. Только с добавлением соли. Вот этот еще сыр вкусный. Мне он очень нравится. Телли пеннер. Телли пеннер. 250 лир за килограмм. Есть разных производителей. Просто вот когда вот запоминаешь, вот как они тут и выглядят. Вот оно, 68 лир. Что еще здесь я покупала? Вот это покупала. Мне понравился вообще вот эти. Не вот это, не вот это. Вот эти копченые сыры, не знаю, не впечатлили. Мы, вот эти, мы взяли все три вида этих косичек копченых. Не понравилось ничего. Вот они 130 лир. Не знаю, вот кому-то нравятся копченые сыры, а кому-то нет. Вот тут. Вот. Есть сыр с плесенью. По 700 лир за килограмм. Это тоже местного производства. О, какой интересный зеленый сыр. 770 лир вот этот зеленый сыр стоит. Гауда Фислиен. У меня тоже Фислиен растет на балконе. Можно даже наблюдать, что люди любят брать. Это масло. Вон, Терея масло. Это тоже масло. Вот так распасованное. Я масло люблю, хорошее, которого 230 лир за килограмм. Хорошее. И... Вот, написано, что органическое масло 250 грамм. Так, вот ценника нет. Одна ценник на нем самом смотреть. И вот, вот, вот такое масло я брала. Оно стоит 300 лир за килограмм. Вот оно, вот маленький кусочек, 77 лир. Вот это хорошее было масло, нам оно понравилось. Оно ушло у нас как-то очень быстро. Но считаю, что чем вкуснее продукт, тем быстрее он съедается. Есть разнообразные вот, нарезки тут, фюме, вот она. 1600 лир за килограмм. Вот эта нарезка и вот маленький кусочек, 215 лир. Вот оно, видите, 138 грамм. Испанский салями 600 лир за килограмм, 106 за этот кусочек. Вот суджук, суджук турецкая колбаса, ее жарить надо, 740 лир за килограмм. Я такого дорогого суджука еще не видела, честно вам скажу. Ну вот икбаль, это вот из Афьонка Рахисар, мы даже видели, где его производят. Это икбаль, очень большая крупная корпорация. Стоит килограмм 500 лир. 246 вот этот кусочек. Ну, тоже неплохой, но говорю, что суджук надо жарить обязательно. Вот всякие разнообразные сыры. Ну вот. Желтенький будет чеддер. Голд чеддер. Вот этот кусочек 700 лир за килограмм. Так что кому гурманам хочется сыра, заходите в этот магазин. Так, чего уже взяли? Я вот себе два йогурта, такие вот. А сметана есть там? Сметана? Да. Мы ее не заметили. Ну, пойдем посмотрим. Так. А я еще с этой стороны не показала, здесь было занято. Это халва. Вот халва 200 лир за килограмм. Вот видите, вообще с орехами, видно, как она выглядит. Я что-то перестала есть халву. Наверное, уже переели. Это пастырма, вот это турецкие сделано. Она вот обязательно будет в томатном, в пряном соусе вот сверху. Вот это. И его никто не ест. Отрывают и выбрасывают. Вот пастырма вот это стоит 1000 лир за килограмм. 1500. Да, вот такие цены теперь в Турции стали. Зарплаты повысили. Цены тоже выше. Оторвались от реальности. Ну, уж прохожу мимо тогда и покажу мясо, цена, вот кузубот, это вот барашка, 340 лир за килограмм, вот оно, на палочке 476 лир, вот это все баранина цена, перзола 420, кабурга вот 289,
а это уже пошла говядина. Говядина кушбаши маленькими кусочками, 380. Говядина филе 480, антрекот 500. Росту 467. Это вот цены на говядину. Мы не нашли сметану. Нету? Ну вот, хотела вам показать. Здесь она называется не сметана, а называется кши-крема. Я вам картинку вставлю. Видимо, разбирают, потому что мы когда чуть раньше приезжаем, мы всегда ее покупаем. Она 100 лир за банку 650-граммовую стоит. Сметана есть у нас еще и теперь называется сметана. Но это в Мигрос надо ехать, большой причем. Так, ну, это цены на курицу. Курица, конечно, остается всегда самым доступным мясом. Вот крылышки 187 лир. Я, честно говоря, не понимаю, почему так дорого. Есть там нечего. Одна шкурка. Мы предпочитаем вот ножки. Ножки стоят 88 лир. Иричис гора, которая без косточек, 205 лир. Вот она. Так, цена на яйца 30 штук, 130 лир. Там магазин-то не самый дешевый, есть подешевле, но есть определенные продукты, которые есть только здесь. Больше вы нигде не найдете. Ага, вот пончики их любимые, 26 лир за штуку. Я вам рядышком здесь покажу. Квашеная капуста, вот это вкусная капуста. Я ее не один раз уже покупала, она стоит 50 лир за баночку, 600 грамм. Мама, здесь. Смотри. Ее разнообразные йогурты. Из Беларуси. Икра. Я с Руси. Да, балык, сос, икра. Ну, 230 грамм, 175 лир. Это понимаешь, что а вот рядышком Дарданель, хайва, икра 375 лир. Потому что это из Турции. Анечка, это икра не настоящая. Вот. Это Санта Бремер. Она икра не настоящая. Вот прочитай, из чего она тут сделана. Это балык, сос. Это балык сую. Видишь, написано здесь. Это просто имитация, это не икрани. А это вот икра. А это самон. Это вот как раз турецкий самон, который вот его засаливают. Я тоже солила на Новый год, мы когда покупаем такую икру. Она не такая вкусная, как ту, которую вы привыкли есть. Вот здесь у нас же есть и норвежский самон фюме. Вот это норвежская семга. 140 лир за 100 грамм. А говорится, были бы деньги, все найдете. Вот такие морепродукты больше вы нигде не увидите, как вот здесь. Здесь мало. Креветки 113 лир, да, вот эти замаринованные. И вот морская капуста Санта Бремер, маринованная по-корейски с морковью. Нет, я такую не люблю, 65 лир. А вот обычная маринованная капуста 60 лир, перемещается в нашу корзинку. Это в Беларуси сделано? Да, из Беларуси, вот доехала сюда. Положи, пожалуйста. Есть разнообразная колбаса, причем даже здесь вы найдете не только из говядины. Здесь уже вот, вот тут, когда где вы ходите, здесь надо будет читать, из чего она сделана. Здесь маленькие какие сосиски. Вот эта фирма Валет, кстати, они с русским вкусом производят все. Вот маленькие сосиски вкусные они. Ценник 286 грамм, а ценника я на них не вижу сейчас. Вообще на сосиски ценников нет. Потому что вот эти маленькие сосиски, Адибитер, они невкусные. А есть разнообразные кефиры, йогурты, айраны. Ну, вот это есть во всех магазинах. И смотрите, вот здесь вот он стоит 38 лир, а в обычном магазине в Виме он стоит 30 лир. То есть вот такие продукты здесь стоят подороже, это я честно вам говорю. Мы сюда приходим с другим. Сметану не купили, к сожалению. Селедка тут есть 167 лир, 250 грамм. Вот прямо вот оригинал написано. А вот это скумбрия копченая. Превосходный продукт.
53 лиры, 284 лиры за килограмм. Читаем название йогурта. Можно я вслух не буду озвучивать? Это из молока буйвола изготовлено, 113 лир, стоит за 750 грамм. Это из бараньего молока и из козьего молока. Кэмаклы, да, йогурт, это из коровьего, но очень жирный, 70 лир. Ну, все остальные есть и в других магазинах, продукты, вот и йогурты. Сюзьми йогурт очень густой, из него делают разнообразные соусы именно. Из него сыры, сыров здесь, там я вам показывала, и тут фирма Президент есть, моцарелла натертая, 70 лир. Вот Лорд Пионер, вот этот будет вкуснее, не знаю. Вот масло, которое обычное, но не такое. Кто-то мне написал, что посмотрите, масло будет одни сплошные жиры растительного происхождения. Читаем состав. Смотрите, инекситу кремасы. Больше ничего нету. Это йогурты есть с пребиотиками, без, это безлактозный. В общем, на любой вкус найдете. Поворачиваюсь. Кто хочет чего-то погрызть? А, мы это пробовали. 121 лира стоит. И с курицы она, в принципе, вкусная. Разнообразные соусы. Я говорю, что вот в этом магазине вы найдете вот то, чего других нет. Вот Барилла. Песто, 66 лир. Вот соус терияки. А, тоже какого хотите. 180 лир. Это горчица. Оливковое масло. Ну, Камили неплохая фирма. Просто видите, они из разного цвета. Все зависит. Вот Юмушак. Мягкий вкус будет. 250 лир. 290 и 275. Есть, которые для приготовления. Жарить на нем можно, а это для салатов. Вот. Ух ты, сколько здесь интересного оливкового масла. Я, честно, ничего про него рассказать не могу. Никогда не покупали, не пробовали. Но просто в стеклянных бутылках. Вот оно. Написано, что топ-5. В 2022 году выиграли они приз. Тут органическое масло. 346,95 за 500 миллилитров. Ну, вот это тоже хорошая известная фирма Тарис. Тарис мы и Мармара Берлика, они выпускают еще оливки. Все оливковое масло вкусное, хорошее. Я просто говорю, вот это Камили покупаю для того, чтобы жарить, готовить. Вот они в больших банках, бутылках здесь есть. Вот это, кстати, тоже есть в большой емкости. Причем 665 лир 2 литра стоит. Органическое это масло. Есть здесь у них гречка 58 лир. Кстати, гречка даже дешевле, чем мы в Тахтакале покупали. Гречка. Собираем. Пшено. Для тех, кто любит. Ну, как-то мы к пшенной каше не привыкли. Я вообще воспринимаю пшенку это как цыплят кормить. А так кино есть. Красное, белое. Вот красная фасоль. То есть всякие особенные вещи, которые... Какао. 90 лир. 100% какао. Органический. Очень много, видите, этикеток написано, продублировано на русском языке. Хотя эти же все крупы можно купить и других производителей. Ой, кстати, уже теперь очень популярно стало в Турции. Это семена льна. Я уже каждый разом все больше и больше упаковку вижу. Вот 30 лир. Стоит вот эта большая упаковка. 500 грамм. Чай, кстати, если хотите покупать себе, рекомендую купить в другом магазине. Она там стоит подешевле. Видите, здесь 145 лир.
вот этот черный пакет, чай Куртук 160, я видела подешевле. А вот это цейлонский чай. Кому не нравится турецкий, живет здесь, цейлонский у нас тоже продается. 500 грамм, стоит 300 лир. Так, разнообразный кофе, кофе. Мехмед Эфенди 25 лир за 100 грамм этот стоит. Это для любителей кофе разнообразного. На любой вкус найдете в этом магазине. Да, я отхожу подальше, показываю. Starbucks Колумбии есть, и Вероны, вот сливки 108 лет. И разнообразные варианты. Это вот чай в пакетиках. Тоже неплохой, вот, знакомый. 34 лиры. Молоко, Несквик, разнообразные. Все для завтрака. Вот молоко 34 лиры стоит, без лактозы. Написано органическое. 40 лир. Без лактозы 36. Вот популярный вид молока. Пинар 38 лир. Нутелла. 1 килограмм 280 лир. 750 грамм 112. 400 грамм 64 лира. Мне написали, что люди везут нутеллу из Турции, что она здесь дешевле стоит. Здесь также большой выбор варенья. Вот Линегюн фирма, она здесь у нас в Анталии. Они производят натуральное варенье. Ну, как он уж... Это вот апельсиновая, кстати, турунч. Что-то такое особенное показать. Здесь очень любят вишневое, клубничное. Варенье, ничего такого сверхособенного нету. Вот увижу. Вот, кызылджик. Это из кисленьких ягод. Вот мы покупали сейчас на базаре. Вы писали, что вкусное варенье варит его. Из инжира. 54 лиры стоит. А это из корочек апельсина. 55 лир. Вот из баклажана. Когда-нибудь пробовали варенье? Ну, такой, знаете, странноватый вкус. Скорее, как-то я даже не назову его вареньем. Вот нарисовано. Вот какое интересное варенье. 59,95. Вот из драконьего фрукта уже стали производить. 90 лир. Самое дорогое. Это органические варенья. Вот. Теперь у нас сушеные розочки продаются везде. 60 лир стоит. Вот этот чай. 50 грамм. Зенджефиль 37 лир, зердечал 37 лир, тарчин 44 лиры. Так, лукум спрятали здесь, как интересно. Взяли маленькие лукумчики и фрукты сушеные. Вот лукум. Вот такой лукум подается от кофе. 80 лир за килограмм, 24,46 вот такой пакетик. Лукум, кстати, мягкий, выглядит свежим. Это сушеные баклажаны, их фаршируют. Их вымачивают сначала на минутку в кипящую воду и фаршируют. Вот здесь вот всякие разные сладости. Эти тоже всем знакомые. Здесь, кстати, называется он суджука. Тоже колбаса. Только... О, какие вкусные инжир выглядят. 3,45 лир стоит инжир. Ну и все разнообразные сухофрукты. 300 лир за килограмм, вот сушеные. Так, есть и здесь и детское питание. Заметили, в Турции мясного детского питания нет. Только фруктовое и овощное. Вот хип 47 лир за баночку. Есть еще таких пакетиков фруктовые 56. И очень популярны здесь разнообразные печенья. Вот это очень много вижу, покупают маленьким 37 лир большой пакет, и маленькие вон 172 граммы 20 лир. Вот знакомые печеньки возьмешь в рот, и оно само растает. Вот такие красивые макароны 37 лир.
Здесь есть мед. Вот мед в сотах стоит 150 лир за килограмм. Это мы идем, кстати, в холодильник и проходим мимо вот этих бутылочек аккуратненько. 295 800. Здрасте. Здравствуйте. Мы вас тут знаем. Очень приятно. А вы здесь же снимаете цены, да? Ну вот, вот смотри, да, да. Вот 490 лир. Это если кто хочет сделать приятную турку, привозят вот такую бутылку. Чивас 890. Еще пробегаю, показываю, сравниваю. Я думаю, вы немножко в шоке, да, от местных цен. Пиво покажу. Пиво стоит 45 лир. Вот Тубар. Карлсберг 48. Хотя есть маленьких магазинчиков, он стоит подешевле. Мы тут тоже заходили по дороге, просто снимали. 46-47. Вот Эфес. Самое дешевое пиво. 40 лир. 43. Вот оно. Так. Товарищи мои нашли пельмени. Да, курицей. Мы их покупаем здесь с курицей и с индейкой есть. Туда покажу про цены. Так, пельмени с индейкой стоят 100 лир, а с курицей стоит, так, с говядиной 130, с картошкой 76, а с курицей 88. Ну, здесь не пользуется популярностью, наверное, из-за того, что здесь не так много турок проживает, а так в обычном магазине здесь на самом видном месте выставляют колу. 40 лир она. В общем, выглядит магазинчик не очень большим, но абсолютно все тут есть. Хотите, вот кто любит делать суши, тоже здесь все найдете. Листья нори 80 лир, 25 грамм. Коврик найдете бамбуковый. И васаби 40 лир. Мы с вами хотим сфоткаться. Дорогие друзья, мы приветствуем вас из Турции, из Анталии. А вы сами откуда? Санкт-Петербург, Москва. Москва. Угу. Очень приятно. Вы здесь отдыхаете? Мы живем. Мы живем. Отлично. Вы отлично живете. Дружно, главное, дружно. Отлично. Очень. Сколько мы? 8 лет. 8 лет вместе живем. Вместе радуемся. Мы друзья. Мы хорошие. Очень приятно. А мы вот здесь были на пляж, мы все время сюда заезжаем купить чего-нибудь вот такого. Самые любимые — это пельмени. Сами готовить не хочется. Они здесь вкусные самые. А вот так же Тима нам достался сегодня опять. Поздно приехали. А ты раньше приезжал? Да. Устала, домой, говорит, хочу. Все уже. Я сегодня вообще в 6 утра. Какой ты прям жаворонок. Ну, потом в 10 утра проснулся. Кстати, Лене, приходи в 6 утра. Кстати, будем вместе домой. Лечко. Все купили. Пончики. Капусту. Гречку. Живем здесь, привыкли к местным продуктам, но иногда хочется чего-то такого привычного. И также люди же и покупают и китайскую еду, и японскую еду. Кстати, здесь стали продавать. Вот хлеб бородинский есть. 49 лир. Видите, он там черненький. А не, можно обойти с той стороны, показать даже его. Вот уже и потемнело. Так, сходили весело в магазин. Приходили с мороженое, но есть в каждом магазине. Вы знаете, что мороженое в Турции продают только летом. А зимой только в крупных магазинах можете купить мороженое. Пока вот лето, жарко. Пошли нашу машину. Уже темно. Время сейчас вот 20 часов 30 минут. Ну, это только звезды, видать. До встречи в новых видео. Всем пока-пока. Увидимся с вами в 19 часов по московскому времени. Ставим лайки, подписываемся и все, пока!